В 2014 году мы впервые услышали про зеленых человечков. Так вот, эти зеленые человечки нас с вами охраняли и на зимних Олимпийских играх в Сочи. Яркий пример – это тихое сопровождение электропоездов «Ласточка» до Красной Поляны. Мы сейчас в этом убедимся вместе с вами. Даже сеть вино с автоматом стоит. Они их часто, смотри, через каждые 200 метров, то есть. Мусоров сколько. Спрятали. Слушай, волосы. Вот это хорошо. Дальше. Следующий. Вот это покрути. Видишь, волосики накрутили. Красиво. Ой, ты сейчас ее лысый сделал. Ребята, подождите, разве не застряли? Караулы на меня. Я караулы. Вон он дом. Мама чистая здесь. Ой, красиво. Сделай опять волосики, что ты ее лысый сделал. Куда шляпу одень? Эту? Любую шляпу одень на голову. Покажи. Ну вот, красиво. Ой, смотри, какую шапку. А? Где шапка? Не, не такую чучу. Видишь, на вагончике туда едут, и мы туда поедем в вагончик. Куда мы не соберемся? На вагончик заберем. Трамплины. Далеко. Только там снега уже нет, конечно, трамплина. Нет? Нет. Мало, да? Вообще нет снега.